Чумацкий шлях. Друзья, сегодня второй день, и на данный момент он является финальным. Вчера мы открывали ралли «Чумацкий шлях» возле облдержадминистрации. Затем мы были на Таврическом, смотрели, как машины соревновались на параллельной трассе. Сразу же оттуда в этом году была вот такая небольшая изюминка. Сразу же с параллельки на Таврическом машины уезжали в село Степановка. Там соревновались, снова возвращались и сделали два круга, да? Затем сегодня в 12 утра автомобили вы видели в селе Тигинка, если вы там побывали. Ну и сегодня они здесь. 23-й по счету ралли «Чумацкий шлях» проводится в нашем любимом городе, городе Херсоне. Стартовало 24 автомобиля. Сегодня здесь находится 18 автомобилей. Я думаю, что невелика эта потеря по тем или иным причинам техническим. Я скажу, эти автомобили не смогли доехать сегодня. С ребятами, с водителями, надеюсь, что все в порядке. Но железо, оно как бы ничего страшного. Но не доехали, бывает. В следующий раз мы будем их встречать, я думаю, снова здесь, в нашем любимом городе Херсоне. Друзья, сейчас состоится финал и оглашение результатов. Все гонки, в которых участвовали автомобили, выставлены здесь сегодня. Результаты все посчитаны, они вошли в общий зачет. И мы сегодня будем объявлять, вручать кубки автомобилям, которые уже приготовились для того, чтобы получать грамоты и, конечно же, памятные кубки об участии в ралли «Чумацкий шлях». Я всего лишь хочу напомнить о том, что организаторами этого мероприятия является Федерация автомобилистов Украины, автомобильный клуб «Херсон». Также мероприятие проходит при поддержке облдержадминистрации, генеральный партнер «Бивко Автогрупп», ответственность и успех всегда вместе. Трассы. Ну что же, я сейчас спущусь за результатами. Ребят, дайте мне, пожалуйста, результаты. Друзья, да, расступитесь, пожалуйста, чтобы автомобили делали круг. Еще раз напоминаю, техники безопасности, пожалуйста, держите детей и себя, как говорится, в контроле, дабы ничего такого несчастного не случилось. Друзья, ну что, сейчас потихоньку по моей, можно сказать, такой команде, по просьбе, машины будут заезжать на этот пьедестал и съезжать с него после награждения. Друзья, сегодня будет как общий зачет, так также и этапы Кубка Автомобильной Федерации награждения. И хотелось бы сейчас за первое место в этапе Кубка Автомобильной Федерации Украины наградить стартовый номер 26. Это Медведченко Александр, Киевская область, первый водитель. И второй водитель Хиодатов Юрий, также город Киев. Автомобиль ЗАЗ-1102, класс 2ВД-1400. Также они заняли первое место в классе Кубок ФАУ 2ВД-1400. Тоже вызываем ребята с автомобилем. Едут уже к нам, давайте им поаплодируем. Третье место в этапе Кубка Автомобильной Федерации Украины. Аплодисменты и, конечно же, награждение. Напоминаю, это первый водитель Пуэктов Михаил, город Днепропетровск. Второй водитель Левинский Владимир, город Днепропетровск. Автомобиль вы видите здесь. Ваши аплодисменты гонщикам, аплодисменты боевому автомобилю, который здесь сейчас находится. С гордостью, я думаю, выстоял эту не очень уж и легкую гонку. Аплодисментами провожаем, ребята, дайте, пожалуйста, дорогу автомобилю. Ну что же, сейчас мы подходим к общему зачету. Итак, 18 место финишировал в общем зачете в этапе чемпионата Украины по ралли. Автомобиль с номером бортовым 33. Первый водитель Шалаев Олег, город Киев. Второй водитель Ульянов Евгений, город Киев. Автомобиль Ford Sierra, класс 2ВД Open. Также они занимают пятое место в классе чемпионат Украины. Вам аплодисменты, ребята, дайте, пожалуйста, дорогу автомобилю. Итак,
12 место его занимает автомобиль с бортовым номером 30. И это... Горбунов Андрей, город Херсон, наши земляки, Лукьянов Антон, также город Херсон, машина ВАЗ-2108, класс 2ВД. Также они занимают четвертое место в классе чемпионата Украины. И они занимают второе место в классе Кубок ФАО 2ВД 1400. Напоминаю, друзья, это наши земляки Горбунов Андрей и Лукьянов Антон. Ваши аплодисменты, ребята! Женский коллектив, принимающий участие в этом этапе ралли «Чуманский шлях 2016». Давайте поаплодируем девушкам. И также хочу сказать, что они заняли третье место в классе чемпионат Украины. Аплодисменты! Они занимают в классе чемпионата Украины. Давайте аплодировать ребятам. Аплодисменты. Будьте осторожны, когда машина спускается с пьедестала. Пропускайте, пожалуйста, ребята. Шампанским на удачу. Надеюсь, что ласточка не подведет и в следующий раз. Кадет, класс 2ВД Open. Также ребята занимают четвертое место в классе чемпионат Украины. И ребята занимают третье место в классе трофей Rally Legends. Ваши аплодисменты! Гостеприимный город Херсон. Я надеюсь, они к нам еще вернутся. Ваши аплодисменты. 12 место в общем зачете этапа Украины, этапа чемпионата Украины по ралли занимает автомобиль с бортовым номером 28. Первый водитель Гнатенко Владимир, город Киев. Второй водитель Гнатенко Александр, город Киев, автомобиль Honda Civic,
класс 2 ВДФ. И ребята занимают первое место в классе чемпионат Украины. Ваши аплодисменты. Дальше ребята заняли второе место в классе трофеи Rally Legends. Пропускайте, пожалуйста, автомобиль, держите детей за руку, чтобы они никуда от вас не убежали. Друзья, 11 место в этапе чемпионата Украины по ралли занимает автомобиль с бортовым номером 22. Первый водитель — Горшков Михаил, город Одесса. Второй водитель — Прус Станислав, город Одесса. Автомобиль ВАЗ-21-124, класс 2 ВД Open. Также они занимают третье место в классе чемпионат Украины. Давайте им поаплодируем. Аплодисменты ребятам. Боевые автомобили уже выстраиваются прямо в очередь, ждут своего момента на пьедестале. Номер 10. Это 20-й бортовой номер. Николаенко Дмитрий, первый водитель, город Харьков. Ковзев Александр, город Харьков, второй водитель. Автомобиль Renault Clio, класс 2 ВД Open. Ребята также занимают второе место в классе чемпионат Украины. Встречайте следующего участника. Это номер 9 и машина с бортовым номером 17. Первый водитель — Кобелец Павло, Черкассы. Второй водитель — Борщенко Евгений, Черкассы. Автомобиль Seat Leto в классе чемпионат Украины. Ну что же, мы приглашаем следующих участников. Это 8-е место в этапе чемпионата Украины по ралли. Машина с 12-м бортовым номером. И это Никитюк Николай, город Одесса. Харольский Андрей, город Киев. Автомобиль Subaru Impreza 4 ВД Open. Полноприводные автомобили. Ребята занимают третье место в классе чемпионат Украины, а также они стали вторыми в классе Кубок ФАО 4 ВД Open. Также занимают ребята первое место в классе трофеи Rally Legends.
гонщик, я думаю, уже выбирает, кого полить, автомобиль или вас, дорогие зрители. Поэтому будьте аккуратны, осторожны. Ну или пейте шампанское на здоровье. Ваши аплодисменты автомобилю и гонщикам. Конечно же, всем гонщикам. Preza, класс 4 VD Open. Также ребята занимают второе место в классе чемпионата Украины. И первое место в классе Кубок ФАУ 4 VD Open. Ваши аплодисменты! Потихоньку двигаемся к первому месту. Пока, конечно же, мы объявляем всех участников, но интрига остается. Итак, шестое место в этапе чемпионата Украины по ралли занимает автомобиль с бортовым номером 7. Рель Дмитрий, город Одесса, Донский Александр, город Киев. Команда Одесса Rally Team, машина Volkswagen Polo Concept 4 VD Open класс, в котором ребята выступают. И они занимают первое место в классе чемпионат Украины. Автомобиля в начале гонки ралли «Чумацкий шлях» 2016. Сегодня на пьедестал, к сожалению, выезжают 18 автомобилей, но лишь по техническим причинам. Автомобили не попали сюда на пьедестал. С нашими гонщиками все в порядке. И мы их всех поздравляем с тем, что они были с нами здесь на ралли «Чумацкий шлях». 4. И ребята занимают 5 место в классе чемпионат Украины. Аплодисменты! В общем, зачете этапа чемпионата Украины по ралли. 4 место занимает автомобиль с 4-м порядковым номером. 4-м номером на борту. Козлов Александр, город Киев, первый водитель. Второй водитель Островский Александр, город Днепропетровск. Автомобиль Subaru Impreza, класс N4. Ребята занимают 4 место в классе чемпионат Украины. Друзья, будьте аккуратны, пропускайте автомобили, держите детей, дабы чего не случилось. Водитель, город Донецк, Сакур Евгений, город Киев, команда Ультра GP, автомобиль Subaru Impreza, класс N4. Также ребята финишировали третьими в чемпионате Украины. Есть в гараже, может быть, Subaru, у кого-то есть Lancer, и
борьба Lancer Subaru, точнее Mitsubishi Subaru, постоянно. Я думаю, сегодня будет интересно, кто же в этот раз все-таки стал победителем. Итак, номер 2 в этапе чемпионата Украины по ралли. Автомобиль с 9-м бортовым номером. Радкевич Дмитрий, город Одесса. Второй водитель Мишин Иван, город Одесса. Одесса Ралли Тим. Автомобиль Mitsubishi Lancer. Класс М4. Также они занимают второе место в классе чемпионат Украины. Ну что, боевой автомобиль съезжает с пьедестала. Давайте поаплодируем. Итак, первыми финишировали в общем зачете этапа чемпионата Украины по ралли. Автомобиль с бортовым номером 5. Первый водитель Шабовалов Юрий, город Кременчук. Второй водитель Шумаков Любомир, город Киев. Автомобиль Mitsubishi Lancer, класс М4. И также ребята занимают первое место в классе чемпионата Украины. Давайте им поаплодируем. У ребят столько кубков, что и брать уже некуда. Все руки заняты. Этапа чемпионата Украины по ралли. Причастен к этому хорошему и доброму праздника спорта. Итак, сейчас две команды находятся на пьедестале. Это Одесса Ралли Тим. Обозначьте себя, ребята, давайте пусть вам поаплодируют. И команда Ультра GP, город Киев. Ребята, покажите себя. Я готов объявить, что в этапе чемпионата Украины, второго этапа, победила команда Одесса Ралли Тим. Аплодисменты! Ну а также аплодисменты Ультра GP ребятам за то, что они боролись не на шутку, действительно. Аплодисменты командам. Шлях, который проводится в городе Херсоне и области. Чумацкий шлях 2016. Я думаю, рад был дарить вам эмоции и хорошее настроение от гонки.
Напомню я, что организаторами является Федерация автомобилистов Украины, автомобильный клуб «Херсон». Также проводится при поддержке облдержадминистрации, генеральный партнер «Бибко Автогрупп». Ответственность и успех всегда вместе. Также развлекательный комплекс «Затерянный мир», отдел государственной службы охраны, «Херсонский хлебокомбинат», партнеры, фермерское хозяйство «Аскания», адвокатское объединение «Живаник» и партнеры, туристическое агентство «Корсар», кафе «Колыба», торговая марка «Оса», «Авис Авто», «Флоранж» и «Рощи Сим». Бесплатные езды в такси, а как-то все начали собираться, да? Халява, вот она. Да, подходите, подходите, так будет интереснее. Потому что все как-то разбрелись. Подходите, ребятки, подходите. Так будет все-таки интересно. Можно сказать, компания «Бибко», какой автомобиль является самым продаваемым из марки «Вольво»? XC90!